Увеличивается бюджет, оперативно решаются вопросы, связанные с инфраструктурой и жизнедеятельностью областного центра. Традиционно большую часть расходов в первом квартале 2023 года, они составили 9 миллиардов 99 миллионов рублей, уходит на образование, национальную экономику, транспорт, дороги, охрану окружающей среды и ЖКХ. В 2023 году за счет средств из вышестоящих бюджетов казна города пополнилась на 2 миллиарда 46 миллионов рублей. Основные направления расходов по субсидиям. 16 миллионов субсидий на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий, находящихся в муниципальной собственности, занимаемыми муниципальными образовательными учреждениями. 26 миллионов рублей субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся. 138 миллионов рублей субсидии на проведение капитального ремонта инфраструктуры городского электрического транспорта. А также 37 миллионов рублей на оснащение техническими средствами безопасности объектов метрополитена, порядка 150 миллионов на закупку новых автобусов, около 3 миллионов было направлено на ликвидацию свалок, устройство контейнерных площадок и приобретение мусоросборников. Средства в количестве 124 миллиона рублей были освоены при строительстве нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая». И порядка 182 миллионов рублей ушло на предоставление жилья детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. В предстоящие два года городская казна – вновь пополнится средствами из вышестоящих бюджетов. В 2024 году на 792 миллиона рублей, в 2025 на сумму 630 миллионов рублей. Хотел сделать акцент на 150 миллионах, которые пойдут на капитальный ремонт трамвайных путей. Но есть одна особенность, много поперечников, и хотелось бы, чтобы, конечно, это при планировании работ, при реализации уделили серьезное внимание. У нас есть положительные примеры, это в Рубеле Московское шоссе, где сделано, Масленниково, Новосадовое, вот, с тем, чтобы деньги, так сказать, были вложены и длительный период качественно служили. Также на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств предусматривается перераспределение финансов. В 2023 году на 586 миллионов рублей, в 2024 на 354 миллиона рублей, а в 2025 на 11,5 миллионов. Исходя из представленных данных, доходы бюджета на 2023 год составят 41 миллиард 181 миллион рублей. Представленные на заседании городской думы периоды продолжится работа по основным, требующим вложений направлениям – образование, транспорт, ЖКХ, дорожная деятельность, национальная экономика, охрана окружающей среды. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.